Здравствуйте, люди, здравствуйте, не люди, с вами снова я, с вами опять, ай-яй-яй, не первый, но и не последний московский, а видеоблогер, видеоблогер, и вы находитесь, мальчики, на моем каналчике, который называется и будет всегда называться, назову все, московский обжор. А говорит и показывает Москва. Серега Резников, то бишь я на связи. И я сейчас, мальчики, буду для вас делать обжорище, мукбанг. Дегустировать, а точнее не для вас, а именно, знаете, для кого? Для, как говорится, для лорда. Лорд это, кто не знает, это мой топовый донатер на моем канале. Он мне сегодня ночью, короче, вот на стриме задонатил 1500 рублей. А именно 21 декабря 22 года в 22 часа 9 минут. Даже не сегодня, а еще, как говорится, ну вот сегодня уже, короче, я вот снимаю видео 22 мальчики декабря, а он мне задонатил 21 декабря, получается, вот. И 500 рублей. И что он пишет, лорд? Еще комиссию покрыл. Здорово, Сергей. Это просто так, поддержка, пока хейтеры и тролли срут. Сытый московский караван идет. Вот, поглядите, пожалуйста, мальчики. Вот, спасибо тебе огромное, лорд, за такой крутой донат, за 1500 рублей. Да и вообще за все твои донаты, которые ты мне за все время очень много задонатил. Огромное тебе спасибо. Благо, здравия, радости, удачи, здоровья, крепкого счастья. С наступающим тебя Новым годом. Пусть у тебя все будет хорошо. Побольше тебе денег, уважаемый мой донатер, топовый лорд. Спасибо тебе огромное, мне очень приятно. Вот такой вот донат, как говорится. И вот сегодня по такому случаю, а по такому случаю утром до зари плачут невезучие люди-дикари, плачут невезучие и клянут беду, а по такому случаю, на-на-на-на-на. Короче, вот такая вот картошка, еще вчера, которую я не доел, жарил вчера, вечером, короче, мальчики, с луком. Лука очень много, короче, поджарил, две головки больших и полная здоровая сковородка с горкой. Даже когда делал ее, готовил, мешать было тяжело, потому что полная с горой. И посолил, поперчил корицы, добавил, очень много лука. Но чеснок в этот раз уложить не стал. И вот вчера не доели, и вот сегодня, зато видите, осталось. И вот, как говорится, вот такая картошка обалденная, домашняя, вот такая вот по-деревенски. Запах, кстати, обалденный. И вот с такими помидорами, короче, вот с такими помидорами, опять помидоры в пятерочке подешевели, вот были вот на днях по 95, а сейчас где-то по 85. А вот такие вот помидоры, короче, хорошие. И вот с такой вот рыбкой, мальчики, называется красная птица марки Ашан. Дары море у вас дома, филе сельди в масле, деликатесный посол. В прошлый раз я это, короче, ел, но только вам не показывал видео, точно такую же рыбу, но только с укропчиком там она была посыпана. Еще бывает с дымком, но с дымком я не беру, и с укропчиком, в принципе, тоже очень редко, потому что они могут, если когда надо, недобросовестные производители, замаскировать вкус несвежей протухшей рыбы. И поэтому лучше брать в идеале без всяких этих вот добавок. Ну вот у меня, и мне не особо с укропом, если честно, понравилось. Лучше взять он свой свежий, да посыпать, да? Вот, ну вот раз я буду пробовать безо всего, как говорится, деликатесный посол, вот она, очень свежая, 9 ноября 22 года сделали, вот, а одна аж даже до 7 февраля 23 года, называется красная птица. И вот она, смотрите, какая, в каком виде, мальчики, даже лучше, чем это как называется, Матиас. Вот, смотрите, какие пласты. Вот такие вот пласты, короче. Вот такие вот пласты. Картошка у меня стоит, мальчики. Вот такие вот, видите, пласты. Вот. Мне вот нравится. А потом берете ножичек и это и режете себе, как вам удобно, вот по размеру. Можете как угодно нарезать. Чем можно купить, например, готовую, уже порезанную. А зачем, когда такая, в принципе, мне больше нравится. Видите, филюшки, тут ни косточек, вообще ничего нету. И вот это. Вот это, короче, сейчас я вам покажу, как она выглядит, это сама сельдь. Ну, я вам уже много раз показывал, вы, наверное, знаете, да? Вот она, короче. Вот она, смотрите, мальчики. Вот, красная птица. Вот, марки Ашан. Очень хорошая эта фирма, вот эта красная птица, мне нравится. У них это вкусное, много чего вкусного. Вот, как говорится. Лорд, спасибо тебе огромное за спонсорство, за то, что ты понимаешь меня, всегда помогаешь, всячески поддерживаешь мое творчество. А сельдь это, кстати, тихоокеанское. Вот филе, как говорится, соленое в масле при сервисе.
И всегда берите по возможности пресервы. Да, они дороже, может быть, чуть-чуть, чем вы возьмете селедку там с кишками, там бошку будете отрывать, а хвост там чистить, все такое, колупаться. И там часто попадают червяки. Вот, да, потому что ну, такие всякие планктоны, такие спиральки, неприятное зрелище. И поэтому лучше покупать уже готовую, вот как я, это филе сельди, пресервы. Тут уже все чисто, вам уже тут ничего не попадется. А пока болтал, картошка остыла. Ну, картошка очень вкусная. Вот я беру вот так вот сюда. Сейчас я камеру пониже сделаю. Чуть-чуть пониже. Сейчас я вам покажу. Вот я беру всегда вот так вот, смотрите. Короче, вот ножик, да, ножик беру. И вот эти пласты режу, как мне вот надо, кусочки. Режется прям за минуту. Даже меньше, чем за минуту. Вот, видите, только ножик должен быть острый. И вот я вот так вот режу. Мне нравится резать. Это чтобы все равно хлеб купить уже готовый. А нарезка, а можно самому взять, как надо порезать. Я считаю, это для лентяев нарезка. Мы никогда нарезку не берем. Но берем очень редко, когда уж это деваться некуда, когда обычного хлеба нет. Нарезку хорошо брать куда-нибудь в лес, там, на природу, на пикник, а дома зачем? Чтобы трудно лишнее движение сделать, и как все равно иметь в 21 веке телевизор с пультом. Раньше не было телевизоров с пультами, и люди лишний раз вставали, жопу поднимали для того, чтобы с кровати переключить нужную им телепрограмму на телевизоре. А сейчас боятся уже лишний шаг сделать. Все, как говорится, на кнопочку нажал, нажми на кнопку, получишь результат. Короче, ужас, мальчики. Обленились. Роботы стали, роботы-пылесосы стали. Ну нахера это надо? Вот мне объясните, да нахера это надо? Роботы-пылесосы. Вот, смотрите, какая селедочка обалденная. Видите, какая она очень красивая. Видите, как я быстро уже порезал, да? Меньше, чем за минуту, он всю сельдь. Тут, короче, 250 граммов. Вот, много. Вот, 250 граммов. А в этой упаковке полкило. Вот. Ну вот вчера сожрал, вот сейчас буду доедать. Ой, она вкусная, жирная, сучка. Лорд, за тебя. А также за всех моих донатеров, подписчиков, фанатеров, кто лайки пишет, кто комменты ставит, кто донатит. Мэдисону привет от меня, солнышке ясному. Желаю тебе здоровья, счастья, побольше денег, чтобы у тебя все было хорошо. Будь здоров и счастлив, Мэдисон. Очень вкусно. Обалденная еда. Лорд очень хороший человек. Не пожалел, такую сумму задонатил, да? 500 рублей, это вообще. Сегодня хоть помидор попался хороший, мясистый. Зрелые, а то как-то бывали, попадались незрелые. Жаль, что это OnlyFans закрыли в России. Теперь все модели в России, я в том числе, не можем это создавать для вас нюцы, поэтому из-за этих санкций. А у меня только там дело свое пошло, бизнес, все было хорошо, и бац, попал под санкции. Все заморожено. Деньги не вывести, комиссии бешеные, больше потеряешь, банки попали
Большинство банков попало под санкции. Поэтому вся помощь на вас только, мальчики. Да. Такие вот дела, мальчики. Спасибо тебе, Лорд, за поддержку. Также хочу бате передать привет Изюму, вот, Георгию Гительману от меня. Привет тебе от меня, батя Изюму. Рыба обалденно жирная, слабо соленая. Ну, с картошкой, да, она слабо соленая. А если так ее есть в чистом виде, конечно, уже будет не слабо соленая, а соленая. Все, это я доем уже чуть позже, а то видео будет длинное, вы не любите длинное. Лорд, спасибо тебе. От чистого сердца. Это я видео для тебя записал специально. Спасибо тебе за донат за 500 рублей. С наступающими тебя новогодними праздниками. Здоровья тебе, Лорд, счастья и всех благ. Также всем моим донатерам, фанатерам, спасибо за донаты. Моему фанату Мэттисону, всем, короче, спасибо. Кого назвал, кого не назвал. Даяну тоже спасибо. Валерочке. Ангелиночке. Ну всем. Моему фанату, Лорду. Гладиолус куда-то пропал. Настоящий только. Не фейк, а то фейки еще появились. Все, это я буду доедать. Очень вкусно. Давайте, все, всем пока. Лорд, спасибо тебе огромное. Здоровья тебе, счастья. Ты настоящий мужик. Уважаю тебя.